Ссылка на книгу в описании под видео. Общая Ялтинская конференция и Потсдамская конференция. Тезис. Важное место на Ялтинской и Потсдамской конференции занимал германский вопрос. Обоснование. На обеих конференциях поднимался вопрос территориальных претензий к Германии. Например, было решено и подтверждено, что часть Восточной Германии и часть Восточной Пруссии отойдут к Польше, часть Восточной Пруссии к Кёнигсбергам отойдут к Советскому, отойдет к Советскому Союзу. Впоследствии Кёнигсберг был переименован в Калининград. На обеих конференциях был решен вопрос об оккупации Германии. Например, было решено разделить Германию на оккупационные зоны, советскую, английскую, американскую и французскую. Берлин должен был управляться совместно. Каждая из четырех держав получала в Берлине свою зону оккупации. Цель оккупации – уничтожение милитаризма и нацизма, наказание военных преступников. Управление Германией на период оккупации осуществлял контрольный совет из представителей СССР, США, Англии и Франции. Также каждая из четырех держав управляла своей зоной оккупации. Третье. На обеих конференциях поднимался вопрос о германских репарациях в пользу жертв агрессии. Например, в ходе Ялтинской конференции было решено, что Германия выплатит репарации победителям в размере 20 миллиардов долларов. 50% этой суммы должен был получить Советский Союз как наиболее пострадавшая от нацизма страна. В ходе Потсдамской конференции сумма в 20 миллиардов, о которой договорились в Ялте, была отменена. Теперь каждая держава должна была взимать репарации в своей зоне оккупации в том размере, который ее устроит. Четвертым. На обеих конференциях был поднят вопрос о необходимости профилактики новой германской агрессии. Например, в Ялте было решено, что германский милитаризм должен быть уничтожен. В частности, предполагалось ликвидировать военную промышленность. Под зданием была выработана программа 4D – демилитаризация, уничтожение военного потенциала Германии, запрет на производство оружия, денацификация, запрет нацистской партии, наказание нацистских военных преступников, демократизация, восстановление политических прав и свобод граждан Германии, демонополизация, ликвидация крупных монополистических объединений в экономике Германии, поощрение мелкого и среднего бизнеса, развитие рыночной конкуренции. Ссылка на книгу в описании под видео.